Вот, значит, у него три точки, и центрально у него плюс. Вот что у нас на плате. Вот минусовая точка. А вот это плюс. Вот это плюс. Вот это минусовая точка. Вот они точки у него. Раз, два, три. И вот плюс. Вот эти минусовые. В любое место, что ли, паять? Или надо между ними соединять? Здесь вот три минуса.